Светлый праздник Пасхи сегодня встретили в самой молодой церкви Беларуси. К празднику Воскресения Христова небольшой храм открыли в быстрорастущем жилом комплексе Минск World. Здесь накануне прошло первое богослужение. Светлый праздник Христова Воскресения в новом храме, несмотря что многолюдно, уютно и радостно. Это первая всенощная и вообще первая служба в новой часовне в комплексе Минск World. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Объект обещали построить к великому празднику, и обещания сдержали. Минск World – это не только жилая и коммерческая недвижимость, торговые центры, но и школы, и детские сады в каждом квартале, новый городской парк, культовые и общественные объекты и пространства. Строить по принципам города в городе и 15-минутного города. Это когда все необходимое для современной жизни, все объекты в шаговой доступности, и попасть в них можно за 15 минут пешком. Будь то в медцентр, торговый центр, школу или сад, парк, на станцию метро. Здесь проходит третья линия. Одна из станций открыта, станция аэродромная заработает в следующем году. И Минск World – комплексный проект. Именно здесь возводят международный финансовый центр. Не просто самое высокое здание в стране, но и самый амбициозный финансовый проект. С приставкой «самый» будет и новый торговый центр. Центр «Авиамолл» – самый крупный в стране. Позиция компании – у каждой семьи собственная квартира. Недвижимость доступна для покупателей. Для этого созданы финансовые инструменты и акции. До конца апреля в ряде домов в кварталах Emirates, Happy Planet, Западная Европа, Азия, Северная Америка, а также в квартале Чемпионов можно приобрести апартаменты со скидкой до 70 евро в эквиваленте за квадратный метр. А в готовом доме Майами, где недавно состоялся старт продаж на готовые квартиры с отделкой, скидка составляет 120 евро в эквиваленте за каждый квадрат. Недвижимость в комплексе Минск World вызывает интерес не только у белорусов из всех уголков нашей страны, но и у россиян, которые прилетают в Беларусь. Цена квадратного метра в плане инвестиций в разы ниже, чем даже у нас в Туле. Инвестировать можно по факту, не приезжая сюда. Это все можно сделать удаленно. Это будет интересно для России, для москвичей в целом, потому что многие переезжают, например, тут на дистанционке работает. Сравнивать, например, с планировками наших жилых комплексов в Туле, я могу сказать, что здесь очень крутые решения. У нас такого я не видела. Это уже четвертая группа. Желающих очень много. Прилетают, выбирают, как в домах с чистовой отделкой, так и там, где апартаменты предлагаются свободной планировкой. Задают вопрос. Есть время и на отдых. Минск World – комфорт современной жизни. Объекты и инфраструктуру возводят быстрее плановых сроков. Район изменяется, становится все более красивым и зеленым. Инвестиции в недвижимость здесь – это доходность. А жизнь – это новое качество комфорта. До конца апреля выгодные предложения и скидки существенны. Тем более в доме с отделкой можно сразу же заселяться. Осталась неделя, а это значит, нужно спешить и забронировать подходящие апартаменты. И переехать в комплекс мечты, где все для комфортной жизни. Алексей Кряквин, «Контуры».